Не успели еще музеи города прийти в себя от ночи музеев, в художественном уже новое мероприятие. Торжественная встреча с одним из значимых современных художников Сергеем Андреакой. На протяжении нескольких месяцев в музее работает выставка под названием «Сергей Андреака. Учитель и ученики». Перед завершением работы выставки художник посетил Новосибирск для того, чтобы провести серию мастер-классов со студентами. Ребята, у вас сегодня уникальная возможность пообщаться с мастером, узнать его секреты и получить урок от выдающегося художника современного изобразительного искусства. Художник известен во всем мире как мастер классической многослойной акварели. Это второй приезд художника в наш город. На этот раз его поприветствовал губернатор. Для нас это действительно двойной праздник. Есть возможность посмотреть работы, насладиться их глубиной, тонкостью и пообщаться с мастером и учителем, у которого уже большая плеяда учеников, последователей. Более 10 лет назад Сергей Андреака создал собственную академию акварели и изящных искусств. Сейчас работает академия, где нет сужения специализации, а наоборот есть знакомство каждого студента с разными техниками изобразительного искусства. Для будущего это очень-очень важно. Вот, то, что они будут готовы к вот этому будущему, к тому, чтобы начать работать. Возможно, это будет не акварель, не масляная живопись, не что-то еще, а какие-то самые необычные техники прикладные, которым мы тоже обучаем. После торжественного открытия художник лично провел экскурсию по выставке, рассказал историю создания картин, о техниках и о своих учениках. Главным событием этой встречи стали мастер-классы, которые провели его дочь Елизавета Андреака, преподаватель академии, и сам художник. По словам художника, у классической живописи нет предела. Она точно так же разнообразна и неповторима, как и сами люди. Вы можете найти одинаковых людей? Нет? Вот воспринимаем мы мир абсолютно не похоже. Каждый из нас. И если мы воспринимаем мир по-разному, наш внутренний мир, наше внутреннее зрение разное, то, соответственно, извините, и у искусства, и у природы, и вообще у всего абсолютная бесконечность. Если кто-то еще не успел увидеть творчество Сергея Андреаки и его учеников, еще можно успеть. Выставка проработает до 29 мая.